Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня мы посмотрим, как заблокировать карту ВТБ онлайн. Ну, для начала мы авторизуемся в системе, то есть это первый шаг обязательный, без него никуда. То есть заходим, вводим одноразовый пароль и, соответственно, попадаем на главную страницу. Здесь на главной странице слева вот здесь будет колоночка, и тут есть счета и карты. И здесь список всех ваших счетов и карт. Выбираем ту карту, которую нам нужно заблокировать, и жмем по ней левой кнопкой мыши. Дальше открывается страница карты, и мы находим кнопку «Еще». Нажимаем на нее и в выпадающем списке находим «Заблокировать». Жмем по этой кнопочке, и дальше система откроет страницу подтверждения операции. Вы также одноразовым паролем, как и при входе в систему, подтверждаете данную операцию, и карта мгновенно блокируется. То есть никаких здесь промедлений и проволочек не бывает. Потому что, ну понятно, то есть карта блокируется не от хорошей жизни, то есть либо вы ее потеряли, либо стало известно, что мошенники завладели какими-то данными, да, этой карты. Ну, то есть какие-то нехорошие произошли обстоятельства, в связи с которыми вы эту карту блокируете. Данный способ работает как для карт дебетовых, так и для карт кредитных. Но у меня тут нет кредитной карты, чтобы вам показать. Ну и, соответственно, я до конца показывать не буду, потому что мне эта карта нужна, я ее блокировать не хочу. А вообще, говорю, два этапа. То есть, по сути, вы заходите в карту, нажимаете «Еще», жмете «Заблокировать», подтверждаете операцию и все. К слову сказать, любые, в принципе, операции, начиная от там, открытия счетов и заканчивая там, блокировками всевозможными, все это требует подтверждения по СМС. Поэтому, если вы с картой вместе потеряли телефон, то, конечно, да, ситуация печальная, нужно бежать тогда в ближайший офис и разбираться уже там. И, естественно, нужно захватить документы. Что делать, если вы еще и документы вместе с картой и телефоном потеряли? Конечно, совсем печальная ситуация, но я вот, к сожалению, не знаю, не было у меня таких ситуаций. Но вот, если есть хотя бы паспорт, то можно будет порешать вопрос в офисе. Если же только в карте дело, то тогда в ВТБ онлайн блокировка осуществляется, ну, буквально за одну минуту. На этом, в принципе, у меня все. Если у вас какие-то вопросы возникли, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам доброго.